Мистер Вива! Ура! 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 Мы рады вас видеть! Мы долго мечтали добраться к вам. За спиной у нас Владивостока, непрерывная линия на колесах и, стало быть, на ногах, на педалях. К сожалению, война прервала наш велоэкшен бывших беспризорных. Ребята в основном из Мариуполя, из центра детской реабилитации. Это наши приемные теперь сыновья, бывшие беспризорники. Беспрецедентная акция. Детвора, выросшая в подвалах, на чердаках и канализационных люках, едет вокруг земли, призывая усыновлять деток. За спиной сотни детей, которых взяли в семьи после наших акций, выступлений, концертов. И мы долго мечтали добраться к Львову. Подарки сразу, бо забуду. Здесь небольшой буклетик. Вот этот мальчишка, один из моих приемных сыновей. У меня 32 приемных. Вчера вечером звонил с фронта, прямо с линии огня, и говорил: батя, молитесь, горячо на фронте, добровольцы воюют. Проехал с нами всю Россию, а теперь от российских танков защищает нашу землю. Здесь фильмы о нашей кругосветке. Фильмы, прошу обратить внимание, какого телеканала, перед войной сняли, успели. Это мой 32-й приемный сынуха, с 2,5 лет беспризорный. А это фильм громадського ТВ на нашей капеллацкой. І дуже приємно, що, їдучи по різних країнах світу, ви будете нести правду про Україну, і ви будете розвивати, власне, здоровий спосіб життя і всіх закликати. Насправді, всі діти однакові, і їх всіх треба одинаково любити. Тому я маю велику повагу і пошану до тих людей, які частину свого серця віддають дітям. І роблять це кожного дня, і роблять це не на словах, а роблять це ділами. Тому дай Боже вам здоров'я, щоб ви були багаті і щасливі. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам і в добрий путь, щоб вітер вам дув в спину, щоб на цій дорозі вам всі допомагали, щоб дорога була рівна і ви до своєї мети дісталися скоріше, ніж ви того запланували. І невеликі подарунки з нашої сторони – це такі путівники і путівники по Львову. Захочете потім ще приїхати подорожувати? Передайте, будь ласка. Добре. Так, це вам один. Спасибо. Все, дякую, хлопці. Україна вперед! Україна без сирот! Україна без сирот! Україна вперед! Ура! Ура! Андрей Иванович, поехали с нами. Мы вам велосипед дадим, форму дадим. Вы будете с нами. А работа подождет. Один день, 30 километров. В сторону Европы вместе с нами. Ладно, хотя бы один круг. Покажите нам дорогу, дедушка, куда нам дальше? А вы куда мы идем? В облсовет. Все, только не задавить мэра, колонну подвое. Пошли потихоньку. Украина вперед! Украина без сирот! Украина без сирот! Украина вперед! Ура! Тебя? Ну, потом мы заберем. Поехали.